Доброго дня, меня зовут Белялов Сергей. Сейчас у нас 24 июня 2018 года, 18 часов 51 минута. Коротенькое видео хочу записать. Если кто помнит, на моем канале есть такое видео, как НПФ Казахстана прячет свою бездарную работу. Это видео было о том, что пенсионный фонд не очень, условно говоря, так хорошо работает. Но имелось в виду не только единый, он даже сейчас называется пенсионная система, как единый пенсионный фонд. Но сегодня у меня появилось время, я стал более подробно изучать эту информацию и понял, что пенсионная система дает просадку, но вот единый накопительный пенсионный фонд, хочу похвалить, сделал хорошие показатели доходности. Может, не зря их объединяли, не знаю. Давайте я вам поясню, сейчас я исчезну и поясню вам, что меня к этому подвигло, что мне это заставляет сказать. Значит, я сделал таблицу. Таблица выглядит следующим образом. Кто знает, все пенсионные накопления, которые я получаю, таблица у меня тоже в общем доступе лежит, например, Белялов Сергей, и все накопления с 98 года я вношу в таблицу. Соответственно, с правой стороны есть индекс потребительских цен. Где он берется? Он берется на официальном сайте Национального банка Республики Казахстан. Это вот официальный сайт, в разделе статистика есть индекс цен, и здесь вот выкладывается вся эта информация. Можно взять его там с любого времени, там, например, там, с 98 года, да, и эта таблица будет сформирована полностью. Можно экспортировать в Excel, и будет видна вся, весь индекс цен. Так что, к чему я пришел? Сейчас, где моя таблица? Вот. По индексу цен все пенсионные накопления были скорректированы на индекс цен. И сегодня 22 числа, вот на 22 числа, все мои отчисления составили 4 миллиона 212 тысяч. И накопления мои должны были быть 12 миллионов 159 тысяч. И НПФ сейчас мне публикует, что у меня 11 миллионов 807 тысяч. Откуда я это взял? Значит, есть мобильное приложение, кто знает. В мобильном приложении есть, можно посмотреть дату, вот, например, 22 июня 2018 года. У меня 11 миллионов 887 тысяч. И в соответствии с этими данными, если я сопоставлю его общей таблицей, то у меня должно быть 12 миллионов. То есть убыток сейчас от пенсионной системы, повторюсь, от пенсионной системы у меня 272 тысячи тенге. Тогда я взялся, поставил работу именно ЕНПФ. Почему я взял с 1 января 2017 года? Значит, в соответствии с выпиской, у меня до этого были много пенсионных фондов в Астана. Вот пенсионный фонд Астана передал мои накопления 6 января 2014 года. 7 551 156 тенге 72 тиына. Эти все накопления мне были переданы. Я тогда сделал отправной точкой моих накоплений, общих накоплений, именно январь 2014 года. То есть здесь 7 551 тысяча и пенсионные взносы там 10 600. Соответственно, с 1 января 2014 года также применил индекс цен и получилось, что у меня должно было быть 11 567 тысяч. Но так как ЕНПФ мне дал 11 887 тысяч, то именно ЕНПФ в период с 2014 года, именно с периода с 2014 года, он мне дал такую возможность, как получить дополнительный доход. Дополнительный доход. Получается мне сделать. Вот. 319 тысяч. То есть получается, то, что у меня убыток сегодня есть 272 тысячи, это проблемы были предыдущей пенсионной системы до единого накопительного пенсионного фонда. То есть я вот посмотрел, оказывается, ЕНПФ пока дает нам плюс. В принципе, мне это нравится.
Ну, пенсионный фонд. Давайте работать хорошо. Потому что я, даже если я уеду из Казахстана, на что я рассчитываю, даже если я уеду, мне так или иначе эти деньги все равно нужно получать. Хорошо бы к тому моменту, как я буду выезжать, чтобы ваша доходность перекрыла и убыточность предыдущей деятельности пенсионной системы. Спасибо. Хотя, конечно, индекс инфляции – это вообще такая величина. Вообще непонятно, где национальный берет банк индекс этих цен, в каких столовых они питаются, на каких рынках, на каких заправках заправляются, я не знаю. Я думаю, что будет время, займусь этим, с Нацбанком свяжусь, потребую у них эту методику, возьму, применить эту методику, попробую применить эту методику. Если они будут ссылаться на разные регионы, я попрошу своих подписчиков выслать мне информацию по, с регионов по ценам и попробуем проверить Национальный банк, как он там считает нам эту инфляцию. Потому что, ну, смотрите, в соответствии с его данными, с данными Национального банка, у нас индекс инфляции с апреля по май составил всего лишь 0,02%. Хотя, вообще-то, бензин у нас подорожал значительно, да, и продукты подорожали значительно. Что-то он там нам не договаривает. Ну, надо все проверять, тогда будем сказать. Результат ролика, хочу сказать, ЕНП молодец, давайте так держать. У меня еще был такой ролик, кто помнит, я всех просил на моем канале подписаться под канал ЕНПФ. Сейчас посмотрю, это мои ролики. Так, все видео. Так. Где-то я до этого писал. Вот, прошу всех подписаться на канал Пенсия КЗ. Можете его тоже посмотреть, потому что все-таки хотим мы этого или не хотим, но пенсионный фонд, он в управлении, управляет нашими деньгами, а значит за это отвечает. Давайте посмотрим, сколько у него сейчас подписчиков. Так, сейчас перерасплатим. Пенсия КЗ. Сколько на канале у него подписчиков. Так вот, Пенсия КЗ. Ой, 805 подписчиков. Ну, елки-палки, ну... Граждане Казахстана и люди, которые проживают на территории Казахстана. Вот всего лишь 806 подписчиков. Я вас очень прошу, я вас очень прошу, зайдите на сайт ЕНПФ. Они стараются, записывают какие-то видео. Если они увидят, что здесь будет не 806, а там не правильно, из 7 миллионов, ну, просто это 5 миллионов, столько будут подписчиков, а... Им будет радость не работать, наверное. Они, может, будут чувствовать большую ответственность, чем сейчас. Очень прошу, подпишитесь. А на сегодня я хочу сказать, что пенсионный фонд лично мне, ну вот, принес прибыль. Именно с 2014 года я взял такую таблицу. Эту таблицу вы можете тоже у меня на ссылке. Я